Rock free, not bells hand. То есть вот для чего эти нужны все хвостки, для вот этой свободной работы. So this class is about this free hand. Свободная работа, она потом становится очень эффективной в приложении на тело, когда идет аппликация. When you have a free hand body, it will be maximally effective. То есть становится тогда очень эффективной аппликация. И вот вам надо эту эффективную аппликацию наработать. And you need to process in your body this inner freedom in your muscles, in your hands, in your legs. Смотрите. Там. Там.